Привет! В этом видео я покажу вам свой аутфит, найду идеальную куртку, пошуршу и превращусь в мишленовскую шину. Всем привет! Я на шопинге, и мой лук дня на сегодня на мне. Начнем с обуви. Темные лоферы Паоло Конте, брюки с высокой талией и чиндалом. Я поменяла ремень, там идет такой, из такой же ткани ремень, но я его поменяла на кожаный чиндем, мужской отдел. Дальше куртка Massimo Dutti, кожаная. Водолазка H&M премиум, стопроцентная шерсть. Сумочка, шарф кашемир и сережки манго. Как раз очень удобно ходить по магазинам. Представляете, в H&M подвезли премиум сегмент именно в магазин. Я удивлена. До этого ничего из такой линейки не было. Так вот, альпака свитер. Он еще есть в таком сером цвете и кирпичном. Давайте посмотрим состав. Тонкая вязка. Состав 48% шерсти, 32% альпака и 20% полиэстер. Посмотрите, он достаточно тонкий, но думаю, что теплый. Далее, всех свитеров. Вообще синтетику я не очень люблю, но синтетика синтетики рознь. И главное, чтобы она еще достойно смотрелась. Вот этот свитер, он очень мягкий. Есть такой еще белый. Но вот этот я взяла серый. Волосатик. Неплохо смотрится. Широкие рукава. Ну и тепло в нем будет стоить 2300. Посмотрим состав. Это 4% полиэстер, но он переработанный. Так, еще нашла шапки из альпаки, теплые, видно, чуть-чуть скатались, видно, при перевозке. Расчесать, ходить, тепло. В H&M появились вот такие панамки меховые. Такой нежный цвет, пудровый, но это на любителей, кому идет. Мне ужасно не идет, я даже не буду показывать. Так, интересная задумка. Еще есть черный. Вот эта куртка мечты. Укороченная, простеганная, теплая, непромокаемый материал, воротник стойка. Стильная куртка из манго. Думаю, манго должна мне заплатить за такую божественную рекламу. А если серьезно, очень качественная стильная куртка. Одно но, при сильных морозах, конечно, будет в нижней части прохладновато. А в целом куртка идеальна. Что еще хочу сказать? Выбирайте куртку не впритык, чтобы вы могли пододеть какой-то теплый свитер, пиджак, чтобы у вас движения были свободны. И когда между вами и курткой воздух, тогда и вам теплее. Эта куртка мне не понравилась. Длина не моя, во-первых. Девушкам пониже будет получше. Верх подкачал. В общем, нет. И следующие куртки, которые укороченные, очень облегающие. Вот я специально их померила, чтобы вам показать, что такие не нужны. Они будут смотреться лучше на девушках миниатюрных. И то под вопросом.
Мало в ней места, мало для вас в ней места. Далее я зашла в Massimo Dutti. Пока ассортимент магазина мне не близок. Посвободнее вот такая куртка короткая. Но фасон, стежка для меня смотрится простовато. Недоработано, что ли. В общем, мне не понравилось. И не могла я пройти мимо пальто. Тоже померила. Что у курток, что у пальто, качество пошива без комментариев отличное. Вопрос в фасоне. Пальто классное, как всегда. Практически как всегда. Еще померила ботфорты в Massimo Dutti. Кожа средней жесткости, каблук устойчивый, удобный, но был размер не мой. И да, я показываю вам ценники, на них есть артикулы. Вы можете найти это все на сайте. И вот еще один неудачный пуховик, который мы даже не смогли застегнуть. Я вам как-то показывала уже эти ботинки, они еще появились в черном цвете. И посмотрите, они смотрятся в белом более стильно, что удивительно. В основном черная обувь всегда выглядит стильнее, а тут наоборот. Вот нашумевшие сапоги ботфорты. Вот эти коричневые вообще очень длинные. Сапоги черные, они больше смахивают на казаки ботфорты. Неплохие. 15 000. Красные казаки. Эффектно смотрится. Ярко. Из всех курток более-менее смотрится вот это интересно. Но с такими большими карманами, завязки по бокам. Такая интересненькая. Мне она понравилась. Такая свободная. Есть внутри завязки. Стоит 5 000. Я еще что нашла. Такую ветровку очень хорошего цвета, бежевого. Я вам покажу. То есть ощущение натуральной кожи. И правда, она очень мягкая. И не скажешь, что это эко-кожа. С кушоном. Ветровка такая. Очень достойно выглядит. С разрезами на замке. Но стоит тоже достойно. 5 000 рублей. А это кеды для европейской зимы, идеальны, с мехом. Прикольный цвет, классный, актуальный. Смотрите, это пуховик, прям пуховик, не куртка, потому что наполнитель у них 60 пух серой утки, 40 перо. Что мне понравилось? Состав понравился. Материал такой блестящий, он, конечно. Вроде как не дешевый блеск. Так, бежевого цвета. И прорезиненные вот эти замочки.
бокам тоже замки, можно расширять. Я померила М-ку, но она не свободная. Но и это, с одной стороны, хорошо, тепло будет однозначно. В ней еще есть вот такой большой капюшон. Ну, это спорный такой момент, мне он не очень понравился. В принципе, куртка неплохая, она такого силуэта. И чуть-чуть вот начинается расширение прямо от подмышек. Смотрите, вот такие вот недостатки. Или вы с ними смиритесь, или нет. Есть вот такие лямки, чтобы носить ее как рюкзак. Не знаю, кто-нибудь этим пользуется, интересно. Так, еще одну куртку я взяла. Она висела в шоуруме. Очень такой шуршащий материал, у нее поблескивает. Ну, интересно смотрится. Размер только Илька. Сейчас померю. Так, она стоит 5. Она идет без капюшона. Так, ну смотрите, во-первых, я в ней утонула. Это ладно, понятно, на это не смотрим. Квадратный силуэт. Очень шуршит, когда ходишь. Шуршит, как пакет. Цвет интересный. Фасон мне тоже нравится. Если бы мой размер был, смотрелось получше. У меня два кармана боковых и воротник стойка. Но шуршащая такая. Следить за кем-то и шпионить не получится в ней. Материал подкачал. Очень красивые цвета, есть изумрудный, серый, бежевый. Смотрите, какой состав. Здесь есть шерсть, альпака. Но такое впечатление, как будто они скатаются очень быстро. Ой, хорошо, когда модель есть. Самой не надо мерить. Так, я переместилась в резерв. И тут куртка такого нежно-розового цвета. Камера не передает. Она стоит 3000 рублей. Но хочу сказать, очень дешево смотрится. Еще есть такая черная. Не берем. Я в резерв, где я такого фасона не встречала. В масс-маркете. На кнопках. И плюс еще завязывается здесь. Можно потуже подчеркнуть талию. Длина, в принципе, неплохая. Ниже колена. Вот. Цвет меня, конечно, смущает чуть-чуть. Такой он, не знаю, непонятный. Чуть-чуть блестит. Похолоднее мне бы хотелось. Но это, опять-таки, на вкус и цвет. Тебе бы я такой не взяла. Но фасон, в принципе, неплохой. Сейчас я померю темно-синий. Думаю, он получше будет смотреться. Здесь вот такие кнопки. Ну, это куртка. Это не пуховик. Это куртка. Стоит 5500. Вот темно-синий. Освещение, как всегда, плохое. Вживую получше он смотрится. Этот синий 36-й, он, смотрите, уже более по фигуре. А коричневый 38-й. Этот синий получше смотрится однозначно.
Я бы даже так, может, поставила, сильно не завязывала. Так, карманы. Карманы есть. Карманы есть. Ну, как бы неплохо. Еще если сравнивать все, что висит тут, это более-менее такой вариант. Так, я померила другой вариант. Совсем мне не понравился. Здесь на пуговицах идет. Он застегивается в шпительке только. И все. Горизонтальная строчка. Ниже колена. Еще плюс здесь капюшон вот такой. Но нет. Совсем мне не нравится. Дешево смотрится. Кстати, он стоит 5000 рублей. Вот эти артикулы. Сине-коричневые. И вот этот. Но я его совсем не рекомендую. Смотрите, вот эта куртка, она серая из-за кожи. Смотрится неплохо, в отличие от черной. А вот черная, но она почему-то смотрится дешево. Серый интересный цвет. Не сразу понятно, что это эко-кожа. Сейчас нахожусь среди таких материалов. Тут опять у нас проблемы с материалом. Очень дешево выглядит из-за этого. Есть блестящие пуховики, но они выглядят дорого, стильно. Этот не тот случай. Смотрите, какая сумка в Страдивариусе. Ужасная фурнитура, ужасный цвет, но она очень мягенькая. Один плюс. Очень люблю такого плана джинсы, присборенные у талии, еще черный ремень или коричневый. Отличные, но хочу сказать, что что-то в них не хватает, и не хватает цвета. На камере он выглядит насыщенным, вживую он такой более светлый. А так, форма джинс очень мне нравится. Это пломбир. 99. Вообще у них хорошие джинсы, мне нравится. Лайм, понравился мне вот этот пуховик. Состав хороший. 80% пух, 20% перо. Воротник стойка, прямой силуэт. Идет застежка на молнию и плюс там кнопочки. Хороший качественный материал. Цвет темно-хаки. И сейчас очень популярны вот такие дутые из-за кожи куртки простеганные. Но что хочу сказать, вот это очень неудачный вариант. Я специально померила, чтобы показать его. Он увеличивает в 500 миллионов тысяч раз. Это, во-первых, что нам как бы не нужно. Смотрится дешево, не стильно и все в этом роде. И в конце я померила еще вот такую рубашку из эко-кожи, мне она понравилась, темно-зеленого цвета, тонкая эко-кожа, достойно, вот это достойно выглядит. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылку оставлю в описании. Спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья!